Здравствуйте! Вы смотрите «Гороскоп Зурхай» на АТВ. Меня зовут Жаргал Лама. Сегодня понедельник, 8 июня, 18-й лунный день. День благоприятен людям, родившимся в год собаки и овцы. В этот день хорошо совершать добродетельные поступки, обмениваться вещами, возвращать долги. Хороший день для того, чтобы стать друзьями. Можно заняться работой, связанной с водой, молоком, серебром. Благоприятный день, чтобы что-то испечь, успокаивать душевные страдания. День неблагоприятен для похорон. Нельзя сквернословить, ругаться. Запрещено сегодня охотиться и не стоит отправляться в дорогу. Стрижка волос к утрате имущества. И помните, мы тратим слишком много времени на поиски одобрения и утешения со стороны. Абсолютно безопасные, стоят меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.